Если вы по профессии литейщик, вот, можете ответить, вот вам ваша профессия нравится? Или... Да. Да, то есть у нас вас вполне полностью устроило. Полностью. И зарплата у вас хорошая. Да. И металл вы любите. Да. Ну, то есть вы вот своими глазами видите, как льется металл. Да. Ну, это как бы будоражит вашу кровь там. Или что? Даже оргазм получается, дружище. Когда льется металл, ты получаешь оргазм. Даже, блядь, чирочка встает. Ни хрена себе. Какая профессия хорошая. То есть можно даже туда импотентов посылать, и когда они увидят, как льется металл, у них там... Да, и из чугуна, короче, у них будет стоять хуй. Короче... А деньги будут? Будут, ёпта. Ебучие рога. То есть, короче, пословица, блядь, лей металл, чтоб хуй стоял и деньги были, да? Да, 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 совершенно верно. Пацаны, хочу вот вам обоим задать вопрос. Вот вы же в курсе, да, что сейчас попса, блин, гораздо получается больше в ходу, чем рок-н-ролл. Вот что должно произойти, вот, например, допустим, даже вот на уровне «Орла», чтоб рок-н-ролл опять воспрянул духом и как бы везде стал, дружище, популярен. Ты мне скажи, что такое попса? Попса – это, короче, зарабатывание денег галимое, блядь, да? А рок-н-ролл – это, короче, он и в Африке рок-н-ролл. Есть такая группа, например, Металлика, да? Есть такая группа Slayer, да? Вот Slayer – это трэш, а Металлика – это... Попсня. Это... уже который нравится всем, нахуй. Ну, это металлическая попса, собственно говоря. Это вонючая, блядь, петушня, короче. Ох, ох, ох. Вот, ох, да, ох. Вот так вот, да, я так к ним отношусь. Ты представляете, вот, блин, сидят вот в Орле столпы рок-н-ролла и говорят, что Металлик это вообще петушня какая-то. А кто они есть, ёпта? Да, они такие и есть, ёпта. Чтоб они ровнее ходили, ёпта. Пусть, блядь, слышит меня Джеймс Хэтфилд, блядь, и Ларс Урлих, ёпта. Не, ну почему? У них же в 87-м году такой хороший альбом «Киллмобл». Они до 88-го года они играли, да. А потом они уже все, блядь. Ну а как же два медляка их нет, обалденных? Медляки Петя, это прям, пусть Скорпион споют. Кстати, да. Давайте поговорим о Клаусе Майне. О группе Скорпион. Да, ну он карлик какой-то такой. Самая крутая трэшовая группа. Это кто? Это Slayer. Это Slayer, да. Ну это понятно, блин. А вот группа Scorpions, там как тёлки-то от неё пёрлись. Ты что, да забыл, они как что ли? Были, ну, потому что там было пара медляков, от которых там только тёлками переться. Ну да, берёшь тёлку, снимаешь там, где в клетке. И ставишь там это Горький парк вот этот вот. Горький парк даже ставишь? Ну там они про Горький парк поют, Scorpions, в этих медляках там. А, даже так. Ну там Горький парк. О. Ебия, да-да-да. Да. Та-да-дам, там, та-да-дам. Потом покупаешь тёлочке Амаретто, да, говоришь ей, что ты её любишь, ну, и у вас всё нормально. Противное. Ну, они его любили, да. Да тогда все его любили, потому что... Бля, Рэлла, оба ублюдки, ёпта, пиздец, ёпта, вообще, блядь.